И всем привет, дорогие друзья, как всегда у микрофона я, Кусок Зайца. И сейчас мы с вами отправимся, знаете куда? Бабку искать. Дело в том, что я что-то пропустил, короче говоря. И надо по-любому найти бабуленцию. Да. Еще какие нововведения я у себя сделал на базе? Я построил... Странно, что ты светишься так. Я построил две грядочки. И посадил спиралевик. Вот. И посадил ленточника. А также здесь вот посадил гелеобразный мешочек. Это будет очень и очень, знаете ли, хорошо. Это будет важно. Да. Интересно, я вот не знаю, а можно ли посадить эти кораллы? Давайте попробуем коралл посадить. А вдруг его можно посадить? Вот это будет... Ололо. Так, ну вот сюда куда-то. И нет, коралл посадить нельзя. А жаль. Плантация кораллов была бы, кстати. Ну да ладно. Вот у меня кораллы тут лежат. Так. Что надо, что надо, что не надо, не надо. Мы ионную энергоячейку можем делать. Это круто. Так, значит, давайте-ка... Так, вода есть? Вода есть, еда есть. Вода есть, еда есть. Я возьму орешек. Кстати, пару орешков я тоже посадил. Не знаю, когда они начнут... О, так они уже растут. Смотрите, какие красавчики, а? Вымахают, взрослыми будут, вкусными будут. В общем, вода есть, еда есть. Предлагаю погнать за бабкой. Да, надо бабку найти. А бабку найти надо, это место пилота, да? Это источник сигнала бедствия. Нет, это вот пилот, последние известные координаты. Сейчас найдем бабку. Там же где-то должен быть и Меркурий, и мы поплывем потом по артефактам. Надо будет артефакт какой-то раздобыть, разведать. Пилот, последние известные координаты. Вот, а вон тот артефакт разведаем. Так, я извентиляюсь за паузу. Вы, конечно, ее, скорее всего, не увидите. Вы увидите разрыв. Но у меня периодически нападает чих из-за аллергии. А еще, если прислушаетесь, я немножко гундосю сейчас. Да, чих из-за аллергии нападает. И это прям беда, уныние мое. Так. Ну. Сейчас-то мы опуститься сможем. Вот он, последние координаты пилота. Да иди ты в пень. Укусить он меня пытается. Себя за жопу укуси, если сможешь. Это что? Яйца. Очень красивые, конечно, наросты. А вот гипнотун. Любит гипнотизировать. Так, сейчас по-быстрому. Что это такое? А это пластичный коралл?
Только зеленые. Только зеленый. Тогда погружаемся. Погружаться мы можем на 650 метров. Собственно, как раз до бабки и дойдем. Да, музыка, конечно, тут немножко такая, знаете, таинственно-божественна. Так, и куда ж бабуленция поехала? Бабка, алло. Ты куда поехала-то? Интересная бабушка, конечно. В самую Мандулу заехала. Ай. Распанахаю все. Так. 300 метров, 400. Берите больше, да? Берите больше, сударь. 500 метров. Слушайте, ну это хорошо, что мы прокачали наш транспорт. Потому что плавать здесь на своих двоих это было бы не очень. Айс. А так мы сейчас вот тут спокойненько закоцаем наш транспорт к ипитням. Так, я бы еще, знаете, что вот этих вот шняк набрал. Так, это ремонт. Отремонтируем. Этого набрал бы пару алмазиков. Так. Где бабуленция-то? Ну, бабуленция по-любому на самом днище. Я просто зуб даю, что она где-то тут на самом днище. Только вот где? Но по-любому это должен быть какой-то жилой модуль. Но я ведь прав. Ого, анимончик. А это протиснусь? Да должен.
Рубин. Но рубин я возьму. Тихо, 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 иди, иди в пень-колоду. Не надо меня гипнотизировать. Не гипнабельный я. Так. А что, через стеклышко не получается? Тварь. Еще и обшивку мне покоцал. Покоцал мне обшивку, тварь. Краску сбил. Так, ну, блин, где ж бабка эта, а? Слушайте, неужели я настолько слепой, что пропускаю эту бабуленцию? Так, ну туда я... А я оттуда, да? Если сюда... А если сюда проплыть? Блин. Ну должна ж быть эта бабка где-то. Ну по-любому. Ну не может же быть так, что бабки нету. Так, вот что-то очень интересное. Тихо. Очень интересно. Очень-очень. Почти на пределе. Что-то уже орёт тут страшное. Страшная ебака орёт. Ага, тут типа подышать можно, да? Тут типа подышать, но... Как бы чё, куда? Бабуля? Ты падла где? Найду, все сусала вырву. Это чё за лажа-то такая, что ты прячешься-то так, а? Гайдай какой-то просто, да, ёперный балет. Я в упор не вижу, где эта бабуля. Зато я вижу, где рубин. Зато я нашел рубин. Так. Трехглазая рыбка. Это кварц.
Это кварц. Где бабка? Так, в общем, решил я попробовать немножечко поплавать по вот таким вот захолустицам. Но, как показала практика, захолустица — что-то хреновая идея. Блин. Да, немножко хреновая идея. Ай, ой, ай. Или я, наверное, не в те захолустицы заплыл. Так, стопэ. Надо починиться. А то развалимся. Да, кстати, прикол в том, что в первой сабнатике... В первой сабнатике, блин, когда ты повреждал корабль, то он реально коцался. В этой сабнатике такого нету. То есть нету всяких пробоин. Так. Ну и... Так, ладно, давайте еще пару заходов. Я что-то определенно не туда плыву. О, рубин. Рубин — это хорошо. Рубин — это замечательно. Так, рубин — это прям превосходно. Еще один. Ну, бабку не найду, то хотя бы рубины найду. Бабка хорошо запряталась. Бабка замастырилась очишуенно, я хочу так сказать. Так, ну, поехали. Так, а что... Ай. Пусти меня, чудо-трава. Ух ты. А ты что? Тебя надо просканировать. А, усиление мощности морехода. Юпи! Усиление мощности — это хорошо. Это я одобрямс. Это я прям очень сильно одобрямс. Так, корешок. Там не то. Может, тут что-то есть. Фрагмент руки захвата краб-костюма. Угу. Это меня вдохновляет. Я бы сказал, даже более чем. Пилот, последние известные координаты. Интересно. Где это я тут так плаваю весело? Так, наклонимся. Фрагмент теплового реактора краба у меня есть. Пофиг, пляшем. Ой, рубин, господи ты боже мой, вы посмотрите на это счастье, а. Счастье-то привалило, рубины-то привалили. Золото привалило. О, еще рубин. Тут сканировать нечего.
Счастье-то какое привалило. Пару рубиноидов нашли. Че, погнали? Так. Бабуленька. По-моему, я лох, я выплыл оттуда же, куда я заплыл. Ай, значит, мне надо глубже. Значит, надо вот сюда. Так, а тут что-то по-любому можно просканировать. Можно, нет? Ну, золото хотя бы возьмем. Ой, рубин возьмем. Так, ну это опять я выплываю. Это опять я выплываю. Да что ж такое? Что тут за... Ух ты. Раз рубин и два рубин. Пацаны, мы богаты. Так, ну... Может глубже? Так, а тут что? Тепловой реактор. Может, реально глубже нужно спускаться? О, да! Разве я не сказал тебе держаться подальше? Держаться от чего? Я даже не знаю, кто ты. Мое имя Маргарет Мейда. Ты на моей земле. Ух ты. Можно зайти погреться? Ты понимаешь слово «убирайся, альтеранка»? Я не за альтеры. Как ты посмела? Ой, у тебя тут куча интересного. Мадам, у вас тут очень интересно. Но нихера толкового. Зато я отсканирую новые комнаты. Так, но сначала я попью. Так, стопэ. Я так весь этот самый заряд израсходую. А бабуля-то здесь уже какое-то время. У нее, смотрите, все потрепанное. Реально потрепанная. О, фрагмент большой комнаты. Это круто. Ну давай. Фрагмент стеклянного купола большой комнаты. Стеклянный купол — это тоже норм. Весьма-весьма. Мне это близко, мне это нужно. Нестандартный костюм краб. Модифицированный, да, какой-то? Да, модифицированный. Так, нормально, выползли. Выползли, отсканировали. Ух, тут у нее. А, дверь как новенькая. Дверь составить забыли. Халявщики! Ох ты ее. Ты кто такое, животина? I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm
Я ищу информацию о своей сестре, Сэм. Думаю, вы пересекались. А, у тебя животина что, все жрет? Хорошая зверушка такой. Такой типа, я слежу за тобой, падла. Так, это система нормально, на халяву. Фрагмент полярного лиса. Опа, и полярный лис можно делать. Это хорошо. Это что? Это скрижаль древних. Ты кто? Животина. Да пропусти меня, тварь ходячая. О, лежаночка. Я представляю, тут у бабушки такой запашок должен быть. Дичайший запашок. Вставлены КПК. Что? Уплыв так далеко в море, шансов вернуться на сушу нет. Я бы умерла от истощения раньше, чем доплыла до берега. Все, что мне оставалось выжить, достаточно, чтобы меня куда-нибудь прибило. Я почувствовал, как меня засасывает, когда вдруг из-под воды появились огромные челюсти. Тело жнеца всплыло аж через несколько часов. Я вскарабкалась по его туше с помощью ножа и уселась сверху. Я прикинула, что тело проплывет еще как минимум несколько дней. Достаточно, чтобы я смогла перевести дыхание. Но потонет ли оно до того, как я умру от жажды? Или после того? У меня был нож, ремонтный инструмент и 3 литра воды. По крайней мере, мне не грозила смерть от истощения. Эти жнецы, они почти полностью состоят из мускулов. Но немного жира там есть. Я могла согреваться и пить воду. Хоть у меня и было ее немного. Но у меня был ремонтный инструмент, так что была искра. Понадобилась неделя, чтобы впервые разжечь огонь. А еще я узнала о челюсти... Что... О челюсти... А еще я узнала о горючести жира жнецов намного больше, чем когда-либо хотела. Мне приходилось экономить костры. Но пока они горели, я успевала закоптить мясо. Вырезанное из грудной клетки чудовище. А бабуля-то сурова, как, я не знаю, как Чак Норрис. Суровая Чак Норрисская бабуля, ёпта. Так, ну что? Валюхать надо. В общем, бабулю мы нашли. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу оставить здесь маяк. Маяк у меня есть. Потому что к бабуле пока доберешься, охренеешь. Так и назовем. Бабуля. Бабуля. Чтоб она особо не это самое не возникала. Прошмандовка старая. Так, поищем, что там внизу. Ну тут пусто. Как в капусте. Ни рубинов, ни хрена. О,
А вот тут уже есть спуск. Интересно. Шахта. Очень интересно. Очень-очень интересно, ребятушки. Очень. Так. Фрагмент пропульсионной пушки костюма краб. Пропульсионка. Так. Огромное образование кристаллов. Так, нам надо будет мандулать обратно. Нам надо покушать. Так, ты что у нас? Литий. Много литий. Магнетит. Возьмем. Магнетит пригодится. Он нам понадобится для сканирующей комнаты и для апгрейда сканирующей комнаты. Очень красиво. Так, магнетит. Берем. Лети, берем. Вода пьем. Так, ну это у меня уже есть. Слушайте, тут весьма интересно. Весьма-весьма. Часть корабля. Это мы заплыли с другой стороны, получается. В ту шахту, где Левиафан, мы заплыли с другой стороны. Так, погодите, я потерял Хьюстон. Хьюстон, я потерял свой... транспорт. Почему его не видно? А, вот. Фу! Я уж пересрал. Надо будет все-таки сделать модуль-изготовитель. Потому что без модуля-изготовителя что-то тухловато как-то. Почти 600 метров. Почти 600. Офигеть, тут красота. Ладно, ладно, я понял, я, короче, уплываю, иди нафиг. Уйди от меня, чудо-говно. Я понял, я, короче, уплываю, мне здесь не рады. Это другая, походу, пещера. И я так понимаю, стазис пушки в этой части нету. То есть не прибить дебилушку. Так, надо что сделать? Правильно, починиться. А еще пожрать в игре. Отлично. Нормально. Ты что у нас? Фрагмент
Пингвина крыло. Опа, а ты что? Дистилляционный костюм! Ай-яй-яй-яй-яй, какая шняшка. Смотрим. Так, дистилляционный костюм. Дистилляционный костюм. Аэрогель. Синтетические волокна. Значит, аэрогель, насколько мне известно, делается из рубина и гелеобразного мешочка. И синтетические волокна. У нас это есть. У нас это, блин, есть. Так. Тут все забито. Ладно. Падла. У нас это есть, это не может быть плохо. Ай. Мне бы на самом деле зарядку для ячеек энергетических. Бо без зарядки это беда. Так, на выход. Без зарядки очень плохо, потому что энергоячейки разряжаются, и все, они просто типа бесполезны. Ай, ай, ой, так, стоп, я потерял нить подводного путешествия. Вот, все, нашел. Так. Поплыли. Такой звук. Поплыли. Поплыли домой. До дому, до хаты. Так, а что тут вот этот провод какой-то, что-то интересное. Да явно здесь что-то... Ай! Явно здесь что-то такое высокотехнологичное было. Ключевое слово было. Да? Если оно и было, то оно где-то уплыло. У меня есть нож, тварь. Не, хочешь со мной потягаться? Иди сюда, акула сраная. Я тебе глаз на жопу натяну. Все, поплыли домой. Надо покушать. Вообще, должна же быть карта, но у меня карты нет. Я, может быть, я ее где-то пропустил? А еще я хочу сказать такое, что если в первой части жнецы реально доставляли страх, вот жестко доставляли страх, в первой части я жнецов реально боялся, то в этой части... Жнецы, они не подкрадываются как-то внезапно. Вот даже вот это вот. Ну ты смотришь, ну херня плавающая какая-то. Нифига страшного нету. А в первой части огромная байда, если проплывала рядом, то сыкотно было просто капитально. То есть не дотянули вторую часть. Не дотянули, ребятушки. Не дотянули, козлятушки.
Так, и напоследок надо немножко вскрыть Меркурий. Я все-таки его нашел. Сейчас мы найдем вход у него и пролезем, прошерстим, так сказать, этот кораблик. Лазерный резак у нас есть. Нам главное найти вход и забуриться, так сказать. Вот, 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 вход нашел. В общем, наклоняемся. А, в общем, можно не наклоняться, можно так вылезти. Так, проверяем. В принципе, сейчас водичку норм. Сейчас надо поймать какую-нибудь рыбешку по Шурику. Схавать ее. Так, а ты что? Ты серебро. Вот, я вижу рыбку. И вот вижу рыбку. Две рыбешки сейчас быстренько захаваем. Будет норм. Так. Ух ты. Помогите! Я застрял. Нет, отстрял. Рыбку мне. Рыбу мне запили быстро. Вот. Угу. Оу. Сюда тоже можно спихнуть. Это есть хорошо. Значит. А теперь кушаем. Can't touch my talala. Так, все, погнали. Нам надо. Так, стоп, резак. Не починка, а это вот резак. Оу, титан. Титан. Ой, провод. Провод, это хорошо. Тут такая комнатка. Батарейка. Батарейка, это, конечно, тоже классно. Кого? Ты кто? Что за анимоны? А, я понял. Так, запечатанная. Давай, скрываем. Запечатанную дверцу. Благо, дело у нас баллон повышенной емкости. Мощный, самый мощный, фактически, по-моему. У нас стоит еще ребризер. То есть мы вообще красавчики. Опа! Фрагмент параллельной обработки. То есть мы можем выполнить квест Маргарет, да? Ну, мы вот можем выполнить квест Маргаретки. Ух ты. Что тут? Полезная вещь. Очень полезная, я бы сказал. Хавчик. Нормально. Подышим. Так, тут. А это можно вскрыть? Нет. Не дело. Батарейка. У любви у нашей села батарейка. Скрываем. Скрываем эту дверь. Как-то мы криво режем эту дверь на самом деле. Блеск. То есть туда, куда. Типа с. А, типа с резаком пробраться, тут фрагмент резака. Ну, это разумизм, мать его. И еще фрагмент резака, да? Просто очешуенный разумизм. Так, надо подышать. Где тут дыхательные моменты? Ладно, самый ближайший дыхательный момент, вот он, мореход.
Сейчас мы немножко дыхнем. Отдышимся, дыхнем, отдышимся. Отлично. Поехали дальше. Так, тут что у нас? У нас ни черта. А тут что? Шар из ни черта. Шарик лошарик. Так, ладно, скрываем. Сейчас вот это вскроем. Так. На полигонах, блин, на вскрытии сэкономили конкретно. Смотрите, такие полигоны еле-еле видны. Ого. О, подышать. Подышать это всегда можно. Так. В общем, что тут у нас? Тут я не пройду. Тут батарейка. Ячейка, я бы даже сказал. Еще подышать. О, проволока. Медный провод я возьму. Узел параллельной обработки. Записи мы потом почитаем. Это металлолом. Нет, тут нельзя, да? О, вот комната еще. Я тут не был. Я тут не был. Ух ты. Титановый слиток, который не видно. Титановый слиток, который не видно. Так. Но эту дверь скрыть нельзя. Очешуенно. Ага. И тут нельзя, да? Только по узеньким коридорчикам. По узеньким коридорчикам. Так, дыхнем. Ну, тут я уже был. Я тут уже вскрыл. Ай. Так. Что, все? Вон еще проволоку вижу. Вот что тут, батарейка. О. Металлолом возьмем. А, тут еще снизу можно было пробраться, да? Похоже. Что еще снизу можно было пробраться? А вот еще сбоку. Так, ну это надо подышать. Это мы сейчас подышим. И заменим батарейку. Отлично. Погнали. Это куда-то сюда. Да, вот она дыра.
Ну вот подождите. Я тут был. И тут я был. Да все, походу. Ой, медузка. Дай я тебя просканирую. Ты такая величественная, большая. Ты, главное, меня не ешь. А, детеныш? Офигеть, это детеныш. Какая ж ты взрослая тогда. Там, наверное, такая чупакабра. Увидишь и обоссышься сразу. Ну, слушайте, в принципе, по-моему, я уже все облазил, да, тут. Собственно, ничего толкового на Меркурии нету. Это печально. Тогда на базу. У нас 28% заряда. Подводная электричка, дамы и господа, направляется на базу. Главное найти еще, где база. Вот она. Все, рейс строго на базу. Все, дорогие друзья, на этом сегодняшняя серия подходит к концу. Надеюсь, она не была слишком нудная. Не забывайте подписываться на канал, подписываться в группу ВК, заходить в Discord, я там иногда бываю. Все, пишите, жмите, пока-пока. Beep.